В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета прошел республиканский научно-творческий конкурс «Если хочешь затронуть душу народа» в честь великого поэта Габдуллы Тукая. Все подробности далее. Конкурсанты прочитали стихотворение собственного сочинения, стихотворение самого Тукая, переведенные на другие языки, а также представили научные работы, связанные с творчеством поэта. Это уникальное мероприятие, потому что практически у нас нет площадок, где собираются вот представители разных вузов, то есть и высших учебных заведений, и среднеспециальных учебных заведений. И поэтому на базе Казанского университета мы такое мероприятие с удовольствием проводим и надеемся, что и в дальнейшем мы выйдем на международный уровень. Стихотворение Габдуллы Тукая на татарском языке прочитали и иностранные студенты. Сложностей у них не возникло, ведь помогли им их преподаватели. Когда я приехал в Россию, я посмотрел его, и как русский стих Пушкин, как татарские люди любят Габдуллы Тукая. Сегодня я рассказала стихи «Балабелен Кубелек». Победителей конкурса наградили дипломами. Энджи Минибаева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.